Universal Fighters! The team storms the mat! Universal Fighters with the huge upset over Team Mandolfo! What an event! Look at him throw him into the air! Unbelievable! Ну, Гарин, привет. Пользуясь тем, что ты в Москве, хочется задать несколько вопросов по прошедшей АИГе. Я надеюсь, что у тебя все-таки еще свежие воспоминания, впечатления и, может быть, эмоций стало меньше, потому что, ну, как бы голова остыла, да, там эмоции успокоились, радость от выигрыша своей команды чуть осела, да, стало спокойнее. Ну, коротко, вот впечатления твои, да, первое, вот, что тебе запомнилось, чем ты гордишься, в общем, такой прям... Самое основное, чем я горжусь, то, что команда сумела показать свой результат, на что они способны. Команда смогла сплотиться. И самое то, что радует, то, что впечатляет, эмоции, то, что нас не верили, имеется в виду, да, и мы смогли доказать то, что мы не отстаем, да, от американской борьбы, от американского грэпплинга и так далее. И самое такое запоминающее, то, что переломный момент был у нас там, так как в первый день у нас не все сложилось удачно, так как там были свои моменты. Первый день мы 4-3 в упорной борьбе уступили. А во второй день нам надо было собираться и уже доказывать, да, и чтобы если мы во второй день как-то мы ошиблись бы, мы уже вылетали, да, с группы, получается. Ну да, дальше не пошли. Первая встреча была Алионе во второй день азиатской команды. Тоже такая упорная борьба была, и 4-3 нам удалось выиграть. И вторая встреча, уже финальная получается, да, последняя встреча дня, турнира и так далее, где собрались главный организатор ADCC, собрал звездный состав. Там были американцы, бразильцы, канадцы, австралийцы, ну, кого, да, кого это только самая не мощная команда на АИГе, наверное, за всю историю АИГе пока, да, это вот. Да, да, ну, звездная команда, реально звездная команда была, никто в нас не верил, и выиграть, одержать победу над такой сильной командой, это, конечно, я не знаю, такое, да, нечто, да, ну, можно сказать, небольшая сенсация. Ну, может, большая, да, может, небольшая. Для России это большая сенсация. Для России, да. Там, на флогрэпплинге, конечно, могут использовать небольшая сенсация. Да. Ну, понятно, они нацелены на пиар совершенно других людей, да? Это победа, мы, ну, эмоции, честно говоря, от Казахстана начиная, да, я думаю, весь мир следил за этим мероприятием, потому что там были собраны со всех уголков мира люди, самые, кто как-то связан с грэпплингом джиу-джитсу, все следили, смотрели, все поздравляли. Для всех была такая, ну, неожиданность, то, что команда, которая уверенно все говорили, то, что они там всех пройдут, даже в сухую, да, и удалось нам выиграть их. И такая, ну, и для АИГИ, и для организации это такое значимое событие было. Значит ли это, что вы нащупали какую-то слабую сторону у своих соперников? Вот, казалось бы, да, заранее известна самая мощная команда. Заранее известна и везде раздутая, пропиарена, что вот это фавориты, да, вот как бы потенциально, да, фавориты. Значит ли ваш выигрыш, что вы нащупали какое-то слабое место в там, их подготовке или, может, психологическом настрое, который использовали для себя? Мы самое главное сейчас, самое главное, что нащупали одно, самое главное, чтобы они уже не будут расслаблены, да, как были. Как они были расслаблены, как они были самоуверены,
мы их расшатали, и я думаю, мы самое главное сделали. Они сейчас будут уже более серьезнее относиться к нам, будут нас как минимум видеть соперников у нас. До этого они даже не чувствовали, да, не видели нас соперников. Сейчас хоть будет уже чувствовать, да. Ну да, вот именно почувствовали. Да. Хорошо. Оставаясь, допустим, в теме вашего противостояния команды Universal Fighters и команды Мудальфа. Мудольфа. У меня такой вопрос. Муджасин заявил, что в следующий раз они приедут другими, они готовят такой сюрприз, в общем, мало не покажется. Как ты думаешь, что это может быть? Что за сюрприз может быть? Ну, я думаю, они слабые веса, веса, скажем, которые они уступили, я думаю, они укрепят, привезут более таких еще титулованных ребят. И я думаю, самое... То, что он имеет в виду сюрприз, я думаю, прилетит самый этот, да, самый главный из них, который, да. Путин? Не Путин. Это в грэпплинге там другой один, самый главный, самый титулованный, так скажем. Я думаю, они Гордона привезут. Если его не привезут, я думаю, но мы по-любому их разозлили. Как сказать, считалась такая команда, такая титулованная, да, мы их выиграли, а они сейчас сильно настроены, да, реваншировать. Ну, конечно, отыграться им хочется за отыграться. Это. Я думаю, Гордон прилетит, но мы будем готовы ко всему. Ну, смотри, есть две проблемы. Гордон не летает бесплатно, это первая проблема. Вторая проблема, Гордон не летает дешево. Ну, кто будет оплачивать этот банкет? Думаешь? Я не знаю, но как... Они друзья же, Моджасин и Гордон, они друзья, близкие друзья. Если он его попросит, он прилетит, я думаю, поддержать его команду. А так, кто оплачивает будет, нам какая разница? Они уже пусть сами разбираются. А наша задача просто подготовиться. Следующий вопрос. По правилам АИГА, ты как человек, который там выступает уже бог знает сколько, да, чемпионы прошлого сезона, насколько я понимаю, это именно тоже такое же командное противостояние было. Я помню эту фотку со щитом. Да. Можно ли менять состав участников по ходу? Вот началась лига, да, есть там 6 команд или 8 команд, 8 команд. С определенным составом. Можно ли менять этот состав? Ну, в прошлом году были ограничения. Один состав отправляешь там. Ну, можно человек, наверное, 15-20 отправить, общий состав. Mm-hmm. Но если человек не должен бороться за другую команду, человек, короче, за другую команду не должен бороться, и который отправили состав, там должен человек находиться. Один состав отправляли на сезон, хватало, и должен был быть один легионер. Человек с другой стороны. Да? Обязательный. Да, обязательный. А в этом году это ограничение сняли. Еще ограничения были то, что призеры и чемпионы ADC, там максимум 3 человека должен быть в команде. Эти ограничения тоже сняли. Сейчас нет никаких ограничений. И составы тоже можно менять на каждую встречу. Ну, имеется в виду в групповой и полуфинал, финал отдельный состав можно уже добирать. То есть, по большому счету, Мо вполне может взять сейчас и набрать... Мо может новый состав вообще сделать. Всех чемпионов во всех своих весах собрать и зафигачить. Да, да. Ну, уже к этому пришло, да. Ну, я не знаю... Уволить как предыдущих, так не справились все тогда. Как это справедливо, несправедливо будет, неизвестно, но... это в рамках может, правил. Да, он может всех чемпионов даже взять туда, заявить. Хорошо. Есть ли у команды Universal Fighters возможность усилить свою команду или, может быть, там как-то закрепиться? Или, может быть, это не по-пацански, не по-братски, не по-дружески будет кого-то подвинуть и кого-то вместо него поставить? Не, ну, почему? Если мы можем усилить, например, да, если они могут там всех чемпионов взять, ADC, например, да, или там призеров, мы же тоже можем пригласить кого-нибудь. Ну, мы сейчас рассматриваем всякие варианты. Ну, в этот раз я не боролся, у меня чуть травма была.
Биларов не боролся, тоже травма была. Это тоже, ну, в декабре будем бороться, если все. То есть Абдурахман Биларов 91 килограмм, да. Это его потенциальный соперник Жан-Карло Бадони. Да, да. Отлично. А я на 83. 83. 83, там, как его, австралиец был, это Исаак, да, или как его? Айзек Мишель. Да, да. Айзек Мишель. Он или Данте Леон тоже на 83 боролся, на 76, на 83. Но потенциально серьезные вам такие тигры достаются. Не, мы же доказали то, что мы никого не боимся. Какие бы тигры там не были, их можно выигрывать. Нам просто надо свою борьбу навязывать, свой стиль, свою борьбу и не попадаться на ошибки. Хорошо, кстати, вот про свой стиль и свою борьбу. В интернете было такое мнение, что американцы, бразилы нарвались на новый стиль грэпплинга. Ну, новая тактика и прям новый подстиль, так называемый дагестанский грэпплинг. Понятное дело, что здесь просто есть такое остаточное явление от UWW со своими особенностями. И в итоге они получили джиу-джитсу и грэпплинг UWW совместно в вашей тактике. То есть согласен ли ты с тем, что бразилы не были готовы вот к этим особенностям тактики вашей команды? Там много работы в стойке, хорошей работы в стойке, это вот динамика, то, что ваших пацанов хватало все время на там 3 раунда по 5 минут. То есть они... Нет, я думаю, они были готовы ко всему, просто они недооценили нас просто. Они, я думаю, были готовы, они знали то, что мы со стойки боремся, сверху боремся. И там ребята тоже у нас непростые ребята, да, которые, ну, постоянно выступают. Только в Америку не получается. А так они и на Европе, и там на других соревнованиях значимых выступают. Я думаю, они были готовы, просто недооценили нас. Да. Они слишком в себе уверены были, так как у них есть имя. Они там в Америке часто выступают. Есть свои титулы определенные, да. Они просто думали, мы, ну, как тебе сказать, недооценили, да, думали, вот нас нету там в Америке, думают, они, значит, не попали туда, да, или как-то, да. Ну, похожую ситуацию я видел на чемпионате мира АИГА в Турции, в Стамбуле мы были, как раз комментировали, ну, и общался, жили в одной гостинице со всеми спортсменами, общались. И что американцы, что там была американская сборная, бразильская, итальянская, казахстанская, российская, может быть, еще Израиль. И вот американцы с бразилами ходили так из серии. Так кто эти люди? Они были шокированы тогда и сборной России, и казахами. Да, они просто вдруг увидели, что существует грэпплинг и на другой части планеты. И тогда они просто привезли по одному плюс-минус топов в свою команду и добрали, кем могли. От Бразилии было два известных имени, условно. От США, да, по-моему, я что-то сейчас и не помню, ну, практически никого. Есть такое, что они недооценивают тех людей, которых они никогда не видели. Вот почему так? Потому что основные соревнования проходят в Америке. Да. Такие, да, IBJJF и так далее, вот такие, да, уже, которые... Сколько лет они уже проводят, да, турниры на высочайшем уровне. А сейчас вот АИГА, площадка, да, они начали тоже хорошие соревнования проводить, хорошо платить и так далее. Ну, на ICB тоже раньше приезжали, но сейчас уже мало приезжают. Да. Тоже хорошая площадка была для иностранцев. И они, ну, следить не получается у нас им за... Мы следим за ними, а они не могут за нами следить, да, где что выступает, они особо не знают. Сейчас появилась АИГА-площадка, и уже будут следить. И еще один момент, вот Фло Грэпплинг, да, вот когда они выступали, их команда, да, Модолфо, например, они только выставляли их... Да, информацию только, да, они, информацию, конечно, только, да, о них выставляли же. Ну, нас не знали. Нас, ну, возможно, не знали, да, ну, были у нас тоже интересные схватки, красивые, но они нас не выставляли. И в конце, последний день пришлось уже о нас тоже заговорить. Подзаявить, да. Ну, а все, вынуждены, конечно, вынуждены. Да. Плюс хайп пошел в диалоге в Инстаграме, в Фейсбуках, ну, во всех этих запрещенных у нас в стране социальных сетях.
Да. Ну да, заговорили. Этой победы мы, честно говоря, и молодежи, и уже состоявшимся спортсменам показали то, что можно с ними конкурировать, можно их выигрывать, и не стоит их бояться. Ну, как, отлично. Какие бы у них результаты не были, все такие же люди, как и мы, и там от человека зависит, как он настроится, как он выйдет, как он свою борьбу навяжет, от этого все зависит. Хорошо, вопрос. Кто гипотетически, если вдруг Гордон согласится и приедет сражаться в Аигу, гипотетически, кто в твоей команде выходит против него? Руслан Абдуллаев. Готов? Готов. Ну, если... то, что морально, понятно. Морально готов, так тоже будет готов. Это он его уже давно вызывает. Uh-huh. Он, и там у них конференция тоже была, и у них в Инстаграме перепалка тоже уже была, они чуть в комментариях покусались. И Русик настроен, и я думаю, если Русик подойдет оптимальной форме своей, да, он реально может одолеть Гордона. Ну, это без шуток, да. Если он подготовится, мы его подготовим по-любому. И у нас время тоже есть. Я уверен, что Русик может удивить. Шикарно, дай бог. Вот, но то, что Руслан сам по себе человек заряженный и такой вот серьезно настроенный, это вне всяких сомнений. Тогда следующий вопрос. Что дальше? Следующее мероприятие в декабре. Да. Я так понимаю, что одновременно пройдут и полуфинал, и финал. Да. То есть это будет одно мероприятие, также на два дня. Да. Окей. Какие еще команды ты считаешь серьезными соперниками для тебя из тех, которые вошли, вышли? Короче, у нас в полуфинале встреча с Асай. Асай Репаблик. Да, Асай Репаблик. С ними. Но у них тоже не слабая команда. Они с группы 3-0 вышли. Три встречи выиграли, 3-0 вышли. У них тоже не слабая команда, тоже бразильцы, там американцы, там все разнобой. Включая даже россиянина Антона Дмитракова. Да, вот. И я думаю, они тоже еще укрепятся и найдутся ребят. Вот с ними будет тоже хорошая встреча. И американцы, да, Мадолф, я думаю, по-любому финал выйдет. Ну, отлично, хорошо. Тогда, пока у вас есть время для подготовки, очень желаю вам спасибо. Не потерять его зря, а подготовиться морально и физически. Да. Привет всей команде. Все, спасибо. Спасибо. $10,000 to second place. That's the kind of event we're looking at right here. That's incredible. That's a big payday for jiu-jitsu kids. Congratulations to Universal Fighters. Punching their ticket to the finals.